еще. Он приносил мне стихи, оставлял под дверью конверт и уходил, а в ответ, распахнув пошире окно, она кружилась всю ночь. Знала, он будет смотреть, и он, конечно, был там, у окна всю ночь, не дыша. Его металась душа, разрывая грудь изнутри, он понимал, что сгорит. Завтра единственный шанс. Потом, спустившись в метро, мчался он на старый Арбат. Он был без памяти рад позабыть на время о ней, под звон нечастых монет, снова терзая тетрадь. Она смотрела, как он утром бежит до метро, потом читала. Зеро выпадает трижды подряд, оценит свой результат меньше одной из всех строк. И, улыбнувшись себе, засыпала, что-то шепча. Ему хотелось кричать. Поднимаясь к ней на этаж, он словно маленький Паша верил, что мог постучать, но не решившись, конверт со стихами сунув под дверь, спускался, словно в ответ зажигался свет, и она, как прежде, створки окна на ночь откроет. Привет. Сначала все как у всех, учеба, семья, работа. Но что у меня вызывало смех, два брата, два идиота. Его раздражал режим, тебя повышали в ранге, он бесом был одержим, ты ангелом. А после пошли служить, никто не желал отсрочки. И каждый вождей был последним, с ним самой горячей ночи. Чернела от дыма сталь, в подбитом ругаясь танки, он бесу читал мораль, ты ангел. Потом, как всегда, она классически по сюжету, и каждый забыл, что уже женат, сгорает страсти к этой. Не думая о цене, к любви подходя со знамки, он бесом молил о ней, ты ангел. Обычный вроде сюжет, но сколько об этом песен, считая, что каждый из вас поэт и миру тем интересен. Но душу свою в залог, как камень, лучшие гранки он бесу всучить не смог, ты ангел. То плач назвал, то смех, то солнце, то снова тучи, настолько банальные, как у всех, что мне уже стало скучно. Финал же чуть не забыл, по капле от пьянки к пьянке он беса в себе убил. Ты ангела.